С 1 июля в Украине прекратят выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить продолжат только 10 и 50 копеек. Это существенно изменит принцип формирования цен при расчете наличными. Если разменных монет не будет, суммы в чеках начнут округлять. Сумма до 4 копеек округлится в сторону уменьшения, а от 5 в сторону увеличения. Какова цена таких нововведений и как теперь будут формировать цены на продукты и услуги, сейчас разбираются наши журналисты. В скором времени мы расскажем обо всех плюсах и минусах новой системы.